Право на получение земельного участка многодетная семья Коптяевых получила уже несколько лет назад. Со вступлением в силу инициативы губернатора Олега Кувшинникова им предложили вместо участка получить земельный сертификат на сумму более 200 тысяч рублей. Для их семьи это оказалось очень приятной альтернативой. У нас уже имеется строительство на приобретенном участке в городе. И мы обратились в комитет по управлению имуществом, предоставили все документы, и нам перевели эти деньги в счет оплаты строительных работ по дому. И уже сейчас виден результат начатых работ. На своем участке Коптяевы залили новый фундамент, начали возведение дома. Супруга считает, что от властей разного уровня важна любая поддержка. Все инициативы, которые идут во благо населения, мы, конечно, поддерживаем. И это, я считаю, что очень большое подспорье для семей. Возможность иметь свое жилье. В течение нескольких лет супруги Коптяевы планируют полностью закончить строительство нового дома и переехать в него жить всей семьей. Такие программы позволяют большинству семей решить вопросы с приобретением или строительством собственного дома. Общая сумма в бюджете 2019 года составляет 399 миллионов, что позволит обеспечить 1761 семью. В настоящее время у нас программа выполнена на 49,5%, что позволяет с уверенностью сказать, что до конца года будет полностью выполнена программа, то есть 841 семья уже получила. Более 1300 семей выявили согласие на получение денежной выплаты, и уже 1021 семья готовит документы. Эта программа и дальше продолжит свою работу с тем, чтобы все многодетные семьи смогли сделать свою жизнь более комфортной. Алена Белозерцева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».